26 ноября 1943 года. Незабываемая дата для гомельчан и всех жителей Беларуси. В этот день громом 20 артиллерийских залпов Москва просалютовала о победе войск Белорусского фронта. Освобождение от гитлеровских захватчиков первого областного центра БССР, нашего родного Гомеля. Долгим и трудным был путь к этому знаменательному событию для воинов Красной армии, партизан, подпольщиков, тружеников тыла. С первых дней Великой Отечественной войны тысячи гомельчан ушли в действующую армию. Оставшиеся в городе под руководством областной и городской партийных организаций трудились под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Предприятия Гомеля переводились на выпуск военной продукции. Завод «Гомсельмаш», ведущее промышленное предприятие города, стал выпускать мины, снаряды. Оборонительные бои за Гомель начались в июле 1941 года, когда войска Западного фронта получили приказ Верховного главнокомандования всеми силами защищать Гомель. Главная задача немецкой армии, наступая на Гомель. Гомель являлся на тот период уже для немцев очень важной точкой. Не только сопротивления так называемой гомельской колоды войск, либо гомельским выступом, как он фигурирует, а это был очень важный ключ к северо-восточным регионам Украины. Вот. С последующим наступлением южнее, через нынешнюю Ростовскую область и так далее, на Кавказ. Это очень четко прослеживается, потому что стратегический план немецкой армии в июле меняется, и поэтому, безусловно, Гомель очень был важен в этом отношении для немецкой армии. Были достаточно ожесточенные бои. Несмотря на это, прошла 50-дневная оборона гомельского направления. 12 дней сам город Гомель удерживался как войсками Красной армии, так и жителями города Гомеля, потому что из трех районов нашего города был сформирован полк народного ополчения, и он выполнил поставленную перед ним боевую задачу. 19 августа 1941 года после массированного штурма гитлеровцы ворвались на окраины Гомеля. В результате наступления на город они потеряли 80 тысяч солдат и офицеров, более 200 танков, около 100 самолетов. К 30 августа вся территория Гомельской области была оккупирована немецкими войсками. Оккупация областного центра продолжалась свыше 800 дней. Оккупационный режим был достаточно жесткий. Оккупировали как войска немецкие, так были войска итальянские. Стояли, в частности, в городе Гомель. Если брать левое бережье, там находились итальянские войска, на правом береге располагались немецкие войска. В городе Гомель было создано 4 концлагеря, 4 гетто. Вот, в принципе, сеть лагерей, как для военных, так и гражданских, она была по всей территории нашего региона. Это, конечно же, Азарический концлагерь, который в Калинковичском районе, где находились детки и женщины беззащитные. Ну и, конечно же, это Краснобережский лагерь, где находились дети. Было всего за период оккупационного у нас режима 40 тысяч человек угнано на принудительные работы в Германию. Вот. Но общие потери составляют порядка 209 тысяч вообще жителей Гомельщины. За период оккупации партизаны только южной зоны Гомельщины уничтожили около 7 тысяч солдат и офицеров противника, пустили под откос 769 вражеских эшелонов, взорвали тысячи рельсов, 418 мостов. 21 сентября 1943 года в оперативной сводке Совинформбюро появилось сообщение о гомельском направлении. Успешное форсирование Днепра и реки Сож, освобождение Тереховки, Ветки и других населенных пунктов – позволили советским войскам начать непосредственную подготовку к решительным боям за областной центр, которые вошли в историю Отечественной войны под названием «Гомельско-Реческая операция». Было очень тяжело здесь взять, освободить первый областной центр нашей Белоруссии. Было разработано несколько операций. Первая операция – это, безусловно, в районе Лоева, так называемое форсирование реки Днепр. Последующая операция – так называемая Гомельско-Реческая наступательная операция, когда с флангов заходили через Речицу, взяв Речицу, и сюда замыкать, кольцо замыкать в районе Гомеля. Вот в результате двух этих успешно осуществленных операций был освобожден город Гомель.
Время хранит историю. За каждым из этих боевых предметов, гаубицей, танком Т-34, пушкой противотанковой, свои боевые подвиги. В годы Великой Отечественной войны их совершили герои, чьи имена навсегда в память. За родину и, в частности, за оборону Гомельщины сражались целая плеяда военачальников. Леонид Григорьевич Петровский и Михаил Григорьевич Ефремов, Константин Константинович Рокоссовский. За годы войны около 80% Гомеля, жилого и производственного, было уничтожено. В регионе полностью либо частично исчезли 1126 населенных пунктов. Число погибших в боях и в период оккупации составило 209 тысяч человек.